Молитве святых Отец наших, Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесную, Утешителю души истины, и же везде сы и вся исполняя, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися в ны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наше, святый посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже иси на небесе, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, яко Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешную. Господи, слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог и Иегова. Авва, Отче, услыши молитву нашу, помилуй и прости меня грешную. Господи, благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться спасения. Слава Тебе, это помощь Духа Твоего Святаго и молитва святых. Хвала Тебе, Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами Твоими святыми. Матерь Божия, благодарю Тебя. Покроем афором любви Твоей. В скорбях, печалях, тесных обстоятельствах Ты помогала мне. От позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога мне грешный. Добрый мой ангел, благодарю Тебя. Сколько лет Ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли бы погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни, и в транспорте, и всюду Ты хранил меня. Благодарю Тебя, ангел, и в смертный час не покинь, и на мытарствах проведи душу мою, и веди в Царствие Небесное навеки. Иоанн Креститель, предтеча Христов, моли Бога о нас. Господи, научи нас жить в бедности и быть благочестивым, довольным, довольствоваться питанием и одеждой и искать прежде всего Царство Божие и правды Его. Господи, коснись сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников и диаконов, тех, кто является служителями Твоими, Господи Боже наш. Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ кротости и воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Господи, слава Тебе! За святителя Господня Николу, скорый помощник в деле, благодарю Тебя, ибо слышишь молитвы о людях и о животных. Святые пророки Илья, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Иов, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Авраам, Исаак, Иаков, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Барух, Иезекииль, Осия, Иоим, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, отроки, пророк Михей, молите Бога о нас. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые движимы Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Святые ангелы, архангелы, херувимы и серафимы, все небесные силы, престолу Божию предстоящие, молите Бога о нас. Святые всехвальные апостолы, первоверховный Петр и Павел, святые евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, молите Бога о нас. Господи, умягчи сердца правителей мира, да продлится еще мир. Дай нам еще священников, рожденных свыше, место для занятий. Определи нашу участь, как Тебе угодно. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Устин Философ, Косма и Дамиан, Андрей Стратилат, Ирон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, и 40 святых мучеников, царь Николай, святой царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб, молите Бога о нас. Господи,
Укрепи сердца наши в Слове Твоем, и малые дети, чтобы верили искренно в Тебя, в гонениях и в искушениях, не допусти до принятия антихристовых начертаний, на чело или на правую руку, чтобы скорби и печали никто не отошел от Тебя. Святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Иов, Сергий Радонежский, Степан Перский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, митрополит Иннокентий, Николай Японский, Макарий Алтайский, все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да помилует и спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония Вера Надежда, Любовь и Матерь София, Наталья и Адриан, Варвара Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прескила и Акила, Андроник и Юния, Киприан и Устина, Валентина Ксения, Анна, Рахиль, молите Бога о нас. Даруй, Господи, послушание, молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам, и сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, благослови отцов Иакима, Наума, Геннадия, Владимира, Андрея, Максима, Игоря, Алексия, Алексия, чтецов, благовестников и всех, кто через Слово Твое указывает путь ко спасению души. Сохрани и приумножь это наше сообщество в интернете, общину Крестовоздвиженскую и общину Анфима Никомедийскую. Благослови всех братьев и сестер во Христе и всех стоящих здесь. Побуди на постоянную молитву, на благовестие и на проповедь Евангелия. Благослови, укрепи и сохрани Игнатия Тихоновича от хитрых козней дьявола, от нечестивых людей, от разных нападков на него, и придай ему крепости духовной и физической. Господи, благослови на издание трехтомника Нового Завета с толкованием блаженного Феофилакта. Господи, расположи сердца людей, которые смогли бы помочь, и устрой по воле Твоей, как Тебе угодно. Господи, благослови путешествующих, сохрани их пути от всякого зла, злых, лукавых, нечестивых, беспорядочных людей. Господи, благослови болящих, батюшку Иоакима, батюшку Геннадия, Игнатия Тихоновича, Надежду Васильевну, Любовь Николаевну, Владимира, Антония, Сергия, Виктора, отрока Владимира, младенца Пелагею, младенца Софию, младенца Елизавету, Татьяну, Александру, Ксению, Павла, Алексея, Наталью, Галину, Антонину, Елену, Елену. И всех, кто просил помолиться, дай силы безропотно перенести все страдания и устрой по воле Твоей, как Тебе угодно. Пошли им исцеление. Господи, благослови Рахиль, помоги и сохрани ее, не дай лукавому овладеть ее душой. Если Тебе угодно, возврати ее в наше сообщество. Благослови, Господи, в узах находящихся Сергия и Илью и устрой по воле Твоей, как Тебе угодно. Господи, благослови и сохрани, и помоги перенести безропотное испытание, назначенное Никите, Максиму, Александру, Евгению, Сергию, Иоанну. Защити и сохрани, и возврати домой с мира. На все Твоя святая воля. Господи, помоги Екатерине, Елене с ремонтом дома и устрой по воле Твоей. На все Твоя святая воля. Господи, если Тебе угодно, помоги Маргарите купить дом, продать свою квартиру. На все Твоя святая воля. Господи, призри милостиво на рабов Твоих, Елену с мужем, сохрани их, помоги и пошли им помощь Твою, исполни их намерения по сердцу, как Тебе угодно. На все Твоя святая воля. Боже милости, буди мне грешной, создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа и согрешила, Господи, прости меня грешную и помилуй. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых Твоих на небе и на земле. Господи, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву, а всех заповедавших нам молиться о них, спаси и помилуй. А не заповедавших нам обрати к вере, косни сердец и приведи к покаянию. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой.
Аминь. Благодарю за совместную молитву. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос. Благодарю. Аминь. Спаси Христос. Благодарю за молитву. Аминь. Спаси Христос. Аминь. Спаси Христос.